Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Strike Force от Marvel. Так, ну что, персонажей сегодня новых у нас не будет на открытии. Я просто решил, ребят, поиграть. Так, 50 на Гамбит получаем с тобой. Окей, ну что, давай смотреть. Так, испытание. В бой, ну тут, по-моему... А, нет, стоп, подожди. Подожди секундочку. А может быть нам попробовать... Блин, ну, не знаю. Ну, давай. Попробуем с тобой взять. Я вот, может быть, вот так лучше сделаю. Тут получается почти зловещая шестерка. Вот только вот, вот так вообще было бы топ. Но, друзья мои, нам нужен провокатор. А это только лишь Люк Кейдж может себе позволить. Ладно, давай посмотрим. А вдруг у нас получится пройти? Хотелось бы, конечно. Там же, получается, и награды у нас будет повкуснее. Я вот о чем. Так, сейчас посмотрим, ребята, микрофон. Мне надо постоянно смотреть за микрофоном. И я тебе скажу другое, что музыки, звука нету, ребята. Я только сейчас вот зашел. Хорошо, опять зашел, нету звука игрового именно. Поэтому... Сейчас мы... Так, свойства... По умолчанию, так получается? Да, по умолчанию. Все, ребята, звук, по-моему, должен появиться. Ну что, я начну их бомбить. А что это их тут трое? А, подожди, тут три... Я думал, что-то их тут мы быстро разбомбили. Нет. Это еще не вся команда. Ой-ой-ой-ой-ой, кто тут у нас? А ну-ка. Вали всех. Нифига не получилось. Ну, я себе, ребят, серебятника так неплохо, кстати, подкачал. Если честно. Давай, бомби. Сдулись. Черт, какая скорость-то зверски бешеная. Я, наверное, серебятничка, ребят, вольну вражеского. Так, ну что, Кейдж, бери провокацию на себя. Поехали, массуха. Ты посмотри, а. Носорог плешивый. Да что такое-то? Ха. Изи. Так, явились, не запылились, да, я смотрю тут. Давай, родной, бомби по ним, по всем. Понятно, короче, слабак какой-то. Это гоблин слабак. Вот кого надо. Кстати, нам бы вот эту барышню завалить. Но я, наверное, регенерацию возьму, ребят. О, он вызвал носорога? А, ну, видимо, потому что у нас шокер есть, поэтому он и выбрал носорога. Понял я все. Давай, бомби по ним. Фига себе, у него атака по 5000, нормально. Паучок не сдается. Вот это нам надо бомбануть, потому что, ребята, хилит она. Я говорю, если бы вместо Кейджа был бы у нас Мистерио, мы бы тут нормально бы их ушатали. Мне кажется так. Но мне нужен был провокатор. А это, кстати, последние бойцы-то. Фига там она наяривает. Давай. Хана ей. Ну что, прощай. Но паучок один, ребят, здесь уже долго не повыпендривается. Я понимаю, что у него там уклонение, все. Но у нас-то, у нас же зловещая шестерка как раз против против паучка. Носорог ему там. Да, хорошо, он его там покумарил. На три звездочки. Слушай, я тогда, наверное, пойду на следующее событие, если меня сейчас пустят. Во-первых, мне и финансы нужны, потому что с деньгами вообще проблема. Было сколько, помнишь, там 15 миллионов было, я их все, ребята, все сбагрил. Там повышение уровней и все там подобное. Так, ну что, давай попробуем здесь.
хочется, ребята, взять мистерию. Вот честно тебе скажу, хочется, чтобы была прям вот фул фантастическая шестерка. Чтобы была прям вот зловещая шестерка, фул комплект. Ну, блин, он мистерий, он слабый. 55 уровень, плюс у него шмот там, блин, не прокачанный, ни шиша. Так. Фантастическая четверка, или как ее там, да? Двоих сдуло просто. Так, их здесь 10 будет. Немор. Так, слушай, регенерацию надо срочно брать. Блин, вот этого надо будет, гравитона. А этот сейчас еще провокацию возьмет, как всегда, на себя. Началось, короче. Ха, не попал. Нормально ему, да? Октопус накумарил. Давай массовую. Шикарно. Гравитона сдуло просто. Раз, два, три, четыре. Еще двое, ребята, будет. Еще будет двое. Просто сдул. Ага, вижен. И солдат, да? Хорош. Давай возьмем провокацию, наверное, на Кейджа. Хотя у нас провокатор носорог, оказывается. Фантастической. Ой. В зловещей шестерке. Блин, вот этот чувак меня напрягает своей пушкой этой. Хорош. Ну что, все, до свидания, дядя. Слушай, и тут прошли на 3 звезды. Блин. Тогда давай попробуем следующий этап. Тут как раз мы получаем с тобой сферы на золото. Ну и, соответственно, награды. И плюс еще бабки зарабатываем. Так, у нас последняя попытка. Поехали. Надеюсь, что у нас тут все получится. Ну давай глянем, чего уж там. Показывайте мне противников наших. Ага. Асгард. Ну тут и Асгард, и Паучок, и Сив тут у нас, Хеймдаль, да и прочие-прочие. А это кто? А, Чернгром, я его и не узнал, блин. Слушай, ну они нормально дополняют друг друга. И контратакуют, все как полагается. Главное сейчас Сиф и... Ну Сиф уже все, ребят, провокацию взял. Хеймдаль начинает тут. Поехали. Двоих по бокам. Так, а их 16 здесь будет. Хеймдаль сдуло. Как будто здесь его и не было вовсе. Угу. Мистерио. И Карнейдж. Блин, ты смотри, уклонился, а, гаденыш? До свидания, паучок. Давай сделаем так. Что-то как-то слабо, слабо бьет, видимо. Не особо прокачан этот навык у нас. Блин, ну добить-то бы мог бы Хеймдаль-то этого. Вообще-то я хотел его, Хеймдаля, бомбануть. А он мне почему-то мистерию вжарил. Так, сейчас должно подкрепление прийти, по идее. Ну, где оно там? Так. А почему трое-то? Их должно быть 8. Заблокировали все.
Блин, ну это сейчас начнет. Давай-ка мы, наверное, Локи уберем отсюда. Кейдж по атакам вообще, ребята, не, ну, ну просто ни о чем. Просто ни о чем. Атаки у него дешманские. Есть. Сив готова. Ну что, гром тоже, наверное, нет? Нормально вырубили. Так, последняя пятерка. Угу. Магнетта, значит. Кристалл. Кристалл же это? А, нет, это Эмма Фрост. Что это я? Что это я? Действительно. Массовую. Давай еще массуху. Так, слушай, гоблин что-то начинает уже страдать. Мне это не нравится. Поехали. Да это твою-то налево, блин, ну. Давай, беги. Вот это пакость еще та. Ну неужели Кейдж вырубил хоть кого-то? А что это он у меня куда-то сзади переместился? У нас кого-то убили, нет? У нас, интересно, а кто это умеет такую способность менять состав? Потому что стервятник был вот здесь вот. Ну. До свидания. Слушай, ну нормально. Фига себе. Фати получает 16 категорий для Дораму. Дормаму, точнее. Я Дормаму этого еще даже не получил. Это надо пройти события, блин. Все, чтобы его заработать. Слушай, ну нормально. Сейчас вот неплохо. Наверное, пару сфер заработал, да? И плюс еще немножко по финансам поднялся. А здесь у нас, а здесь у меня абсолютно все. Так, и вот тут вот. Ну, тут вот. Уровень 5 Иза. Нужно. Короче, пока еще не дает мне туда доступ. Ладно. Сколько я там, ребята, по деньгам? Да не так уж и много, в принципе-то я и поднял, скажем так. Но хоть что-то. Хоть что-то. Так, подбор игроков. А тут у нас что? Поражение. Пипец, ребята. На один поединок всего лишь не получилось мне. Да не хватило, у меня бойцов не хватило, ребят, чтобы атаковать. Блин, всего одну сферу заработал. Трэш. Копейки дали. Ну ладно, уже лимон есть у меня в кармане. Ну это сущие копейки, ребята. Миллион здесь вообще ни о чем. Так, Сан, где у нас еще? Еще же должна быть сфера. Ага, вот она. Да понятно, что одну карточку распыляем. 1000. Блин, вот этого мне надо. 2500, ребята, и он бы открылся у нас нового персонажа. Угу. Никак. Так, ладно, сейчас мы здесь сделаем закупку. Так, вот это возьмем. Вот это возьмем. Ну, наверное, вот это вот. Да и все. Так, забираем тут.
Окей. Так, забрали. Ну что, ежедневки забираем тогда. Ежедневки, ежедневочки. Так, что у нас тут? Окей. Так, сразиться в рейдах. Угу. Сразиться в рейдах. Уровень там, ребята, количество у нас. Скоро, кстати. Дай-ка я... Подожди. Так, стервятник, тебя бы... Сколько там надо тебе? 77 уровень. 540 штук. Семьдесят восьмой. Вы издеваешься сейчас надо мной, да? Пипец. Вы издеваетесь, блин. Вы просто издеваетесь сейчас в данный момент. Нафиг я ему понимал этот уровень, скажи мне на милость. Нафиг я ему поднимал уровень, а? Так, Стрэндж, надо тебя искать. Понятно. Кто бы сомневался, а? Кто бы твою налево сомневался, что так и будет все. Ну, в налетах, ребята, гамбит, но тут уже у меня все, абсолютно все награды получены, так что есть ли тут смысл? Я думаю, нету. Просто нету. Так, забираем тут все. По припасам. Так, кстати. Нет, там у нас все сделано. Ну. Ну давай. Нужную давай мне. Это ерунда. Я считаю, там кроме красного Халка там все сосунки. Халк красный, да, там базара нет. Дела делает, а остальное все так. Шелуха. Так, ну что, вот этих вот у нас. Давай, что там. Нет, я вроде бы носорога решил докачать. Не знаю зачем, но докачать его хочу. Так, что у нас там по жетонам. Четвертую звезду, чтобы получить на нее. Давай. Пускай будет. На будущее. Так, и нам надо... Рейды, да? Дальше. Ну, поехали сюда. Все на симуляции, ребят. Так быстрее и практично. Все-таки завалили, да? Завалили глупышку. Я лечить не буду, наверное, так вот сделаем лучше. Блин, Икарис до седьмой, улучшает до седьмой красной звезды. Нормально. Икарис там бомбит, будь здоров. Что, все, что ли? Блин, тут 80... Бирюзовое снаряжение. Ну, тут, ребят, тупик. Тут, куда ни сунься, мне везде кранты, ребят. Даже не кранты, у меня даже героев нету. Мутант требуется из-за 8 второй категории. Зашел, называется.
Называется «Зашел, зачем?» Без понятия. Так, 240. У нас есть что там? Вот, Икарис тоже, ребята, прокачиваю. Так, открывай. Вон уже ночной змей Килал открывает, блин. А я все никак не могу, ребята, открыть. Икарис, это получается, блин, там еще дофига надо, ребята. Еще два раза по десятке. Сразиться в двух рейдах. Так, забираем здесь. Выполнить 10 миссий компаний. Такс, получить. Там сколько не хватает? 2000, ребят, да? До уровня. Блин, ну тратить, ну не хочу я тратить. Еще две. Не, давай не будем вот этого, давай что-нибудь. Хотя у нас выбора-то нет. Хочет, не хочет, надо открывать. Все, откроем. Так, ну что, по прокачке никто не хочет, да, у нас? Йо-йо. Я, по-моему, остался без денег, да, ребята? 23 тысячи. Тысячи налички, все. Да. Ну, давай улучшим тебя. Шестая категория. Фотон, фотон. Так, ну что, тогда у нас остается, ребята, эпическая кампания, но не знаю. Там осталось-то, в принципе, 8 чувачков раздавить. Но негаденыши, вот что самое напряженное, ребят. Это кто доступен мне пока? Но самое напряженное — это именно спасительница. Она что для меня топ, что для врагов топ. Завалить ее, блин, сейчас они начнут эти провокации брать. Во-первых, их больше, чем меня. Их десяток здесь, по-моему. И вот моя команда, блин, ну что я тут могу сделать? Ее, блин, вальнуть бы как-нибудь в первую очередь. Если мы ее убили бы, например, бы, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, это вся команда их. Она сейчас то же самое сделает. Кто у них там провокатор? Crossbones. А, их тут два, блин. И офигеть, у них полоска, блин, заполнилась. Ну как вот так вот, ребят, ну просто взяли вон полоску. У всех сейчас каждый будет ходить из них. Оборзевшие, просто оборзевшие, ребят. Давай, родной. Добивай, добивай ее. Отлетай и добивай. Есть. Минус одной гадюкой.
Ну, эти, естественно, провокацию. Блин, потом они будут взрывы идти делать свои. Погнали. Дай ему хана, к разбонсу этому. Опять нам состав, не состав, а этот, поменяли. Достал ты, а? Так, вот это, наверное, будет второй все-таки. Халк, давай. Прыгай. Он блокирует, блин, ублюдок, а? Ну, красава, наконец-то. Так, слепоту повесили. Это уже хорошо. И, наверное, ребята, я думаю, что сегодня мы их завалим. Халк, что же сделать мы с тобой? Давай провокацию возьмем. Нет, Кросик, ты пока перебьешься. Вдова там еще выделывается. Где ты в задницу, Мистерио? А, у него защита от смерти. Хильнулся, молодец, красавчик. Поехали. Ну да. Подожди, их четверо. А, то, что двоих этих дурачков вызвал. На, гаденыш, правильно так его. Халк, выкидывать их всех. Все, у них шансов нет, ребят, здесь. Все, защиты от смерти нет. До свидания. Чух. Да. Трешовенько, конечно, было. Давайте мне, пожалуйста, награду. И все, 250 тысяч и кредиты. А разве не другая должна была эта награда быть? Так, ну здесь, ребят, враги, вон, полегче немножко. 70 уровней. Блин, тут. Ладно, давай посмотрим. О-хо-хо. Да у них, по-моему, шансов, ребята, здесь не этого. Хотя радоваться рано еще. Железного человека нету. Ладно, я попробую. Я попробую. Так, Локи. Главное, что здесь пустельга, в принципе. Ну и Мисс Марвел. Может быть, против 70-х уровней должны справиться, ребят. Так, псайлоки всякие тут, фигайлоки. Поехали. Так, это Феникс у нас, да? Что творит? Вселяется, блин, контратаки понавесили. Они даже пробить нас, в принципе, толком не могут. Так что здесь я должен пробежаться на изи. Единственное, что да, нету спасительницы. Нету хила у нас. Это беда. Блин, Локи, ну ё-моё, ну.
Слушай, они не образделили, блин, со своей этой. Дайте мне-то сходить, блин. Пипец, просто пипец. А, возродить сейчас. Сдуло. Но у нас медика нет, у нас есть Минерва, в принципе. Как хиллер пойдет. Это кто там такой, блин, понятно. Так, минус псайлок. А почему у нас, я не могу понять, почему он не может вызвать-то? Чё? В чем проблема-то, блин? Вроде не заблокированы способности. Она не может, блин, сделать это... Как это называется-то оно, блин? Кровотечение, короче. Меня это напрягает прям. Хиляет еще, блин. Да неужели-то накопило? Ну спасибо хоть, давай, сделаем. Дуб, дерево крепкое упало. Блин. Давай в инвиз всех. А, нет, это не инвиз, ребятки. Ай, деревяху бомбанули, грута этого. Так, у них запрет на хил. Ну что, енотик, молись. Прошли, друзья. Так, что там у нас в награду идет? Ну, 8000 кредитов. Это 2000 одна сфера. Получается 4 сферы денежные. Тогда сейчас попробуем следующую заходку сделать. Вот это уже шикарно, ребята. Это уже 50 осколков на персонажа. Слушай, ну тут смотри, 73-й. То есть получается вот это самое жесткое, что ли, получается было? Видишь, сколько я атаковал их, пытался атаковать, ребят. Это еще Халк у меня здесь не был прокачан. Потом Халка я, ну, прокачал до уровня и начал уже с Халком бомбить их. Вот здесь вообще, прикинь, сколько атак делали. То есть это самые жесткие. Эти вообще какие-то проходные этапы, смотри. Да, их там много, я не спорю. Так, лечение, я думаю, что пока не надо. Видишь, забрали у меня здесь спасительницу. Так бы мы с тобой захиливались бы. А так нифига не получается. Ну, Минерва, да, Минерва. Главное, чтобы ее не завалили. Зря я ее поставил, кстати, вперед. Так, кого тут убрать-то нам надо? Наверное, я думаю... Пускай ее бомбанут. Ой, не то сделал, блин. Этот, как всегда, будет провокацию брать, 100%. Уже не... нет, будет. Так, ну что, давай, наверное, сделаем вот так вот все-таки, пускай будет. А что я вообще сделал-то? Я должен был... Готов. Алая ведьма здесь, блин, самая, по-моему, мне кажется, противная из всех этих ребят. Она делает ослабление на нас. Блин, тут противников-то будет 20. Чепушил еще. Защита от смерти его спасла, а?
В минус. Нервирует. Блокировку способности делает, да? Я понял. Гад. Такс. Даже не знаю, блин. Слишком много провокаторов тут у нас будет. Гнида что творит, а? Так, хорош. Вырубили одного этого. О, спасибо за зарядку. Подожди, ну ты же зарядила. Давай-ка мы солдата зимнего уберем отсюда. Кровотечение пошел, да? Не? Слушай, оно не по уровню, ребят, слабый, поэтому они особо тут нам, я не вижу, чтобы они там что-то нам сделали. Вот это бесевое электро, что постоянно возрождается. Такс. Корнейдж, иди отсюда. В баню. Подожди, откуда он, откуда у него здесь защита от смерти? Я что-то не понял. Давай, влупляй. Ну, мы тоже блокировку лечения сделали. Как вы мне дороги, а? Это, по-моему, последний, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, последний. Я думаю, разберемся. Да я просто этот вижен, блин. Ну, кого там? Давай вдову. Хорош. Сейчас вот это вот. Ведьмам тут не место. Нечего здесь делать. Как блокирует способности, а? Такс, инвиз. Давай так сделаем. Минус. Нет. Но этому кранты в любом случае. А, защита от смерти у него, нет. Выживет еще. Вот теперь уже не выживет. Мне вот почему не нравится пустельга, что она постоянно контратачит. Вот, блин, вижен слов нету на него. Постоянно он со своим этим уклонением. Все, да уклонялся. Ну да, конечно, электро, как всегда. Да ладно, Корнейдж же не смог запинать, блин.
Все, Электр, ты осталась одна. Никакого тебе, блин, возрождения не будет. Идеально. Идеально, друзья мои. И награда довольно неплохая, тебе скажу. Ох, 200 этих. Давай попробуем следующий поединок. Давай попробуем следующий поединок. А вдруг? Авось, ребятушки. Авось, раз пошло такое дело. Ё-моё, их сколько здесь? 2, 3. Блин, а следующий поединок? Ё-моё. Жестко. Жестко, друзья мои, я вам скажу. Блин, да чё вы мне не даете эту-то, я не могу понять. Чё вы забрали пустельгу и все, ребят? Ой, пустельгу. Эту, как ее звать-то? Спасительницу. Со спасительницей мы бы разбирали бы их вообще на изи. Потому что она и усиляет, и уклоняет, и иммунитеты вешает, и все, чё-то только нету. А тут их, блин, 2 миллиона 620 тысяч, да, мощей. То есть, блин, ну такое себе, я тебе скажу, удовольствие. Два джаггернаута, блин. Пипец. Этому ни за что в харю досталось. Ну хорошо, тут какие-то ниндзя. Ниндзя это у Лабуда, ну хотя 30 противников уже. 30, ребят. В инвиз уходит, блин. Думал, уклонился, да? Пустельга правильно наказывает. Так, ну все, началось, короче. Два эти говнюка, блин, провокацию берут. Плюс у них, как ты видишь, еще защита от смерти. Ему не нравится, да, Минерва? Кранты? Кранты. Так, ну чё, гоблин? А, понятно. Этот с провокацией стоит. Не, мы можем, знаешь, как сделать? Вот так вот. Ну, зачем, ребят, так делаем? Ну, во-первых, я уверен, что мы, наверное, здесь все-таки выиграем. Потому что мы так можем с тобой сейчас целый час тут. Поэтому я могу здесь спокойно позволить боту. Не боту, а искусственному интеллекту, блин, ну ты понял. А и самому тут разобраться с ними. Я думаю, что он справится и сделает. Так, я надеюсь, что он сделает не хуже, чем... Слушай, мне не нравится, знаешь, что, у Минервы очень мало здоровья. Да и у этой тоже, блин, кстати, подожди. Надо вот так вот делать. Еще 20 противников, как бы. Особо тут веселиться-то. Блин, ну гоблины, наверное, будем бомбить. За только половину мы, ребят, перебили. Вот этого надо валить. Бесявых мэри, если честно. Чего? Чего? А что, у него мало здоровья, что ли, было? У Минервы. О, ребята, это плохо. Это
Это, блин, чертовски плохо. Да, что-то как-то... Смотри. Ублюдок, а? Ну что-то тут вообще пошло все не по плану, ребят. И оглушения какие-то. Все, доигрались по ходу дела, друзья. Это какого уровня-то они пошли? Я что-то так все в корень игру перевернули мне, блин. Так, шел хорошо, блин. Включил, называется, автобой, блин. Свою голову. Пустельга одна здесь не справится, скорее всего. Но у меня там еще есть в запасе три, но... Блин, ну этот чмошник бомбит очень... Очень мощно. А все почему? Потому что не было хила, ребята. Без хила Минерву уничтожили, блин. Нет, зря я, конечно, вперед поставил, надо было назад. Провокатора толкового нету. Повысить. Провокатора толкового не было, но ты сам видел. Так, подожди, может быть у нас... Подожди секундочку, сейчас посмотрю, может быть кто-то может прокачать себе способность какую-нибудь. Ага, ага, какая... При появлении дают 4 заряда готовности. Возьмем, ребят. Прокачаем. Так. Да у нее все по максималке, ребят, прокачано. Ну что же. Да, кстати, давай попробуем открыть награды наши. Там золотые сферы у нас были, да? 4 штуки. Слабо. Слабо. Че, лимона не дадут мне, не? Не, не дали. И одна сфера, ребят, на осколки. Смотрим, кого дадут. О, слушай. Ну, это хорошо. Правда, на него мне нужно, по-моему, в разы больше. Если честно. В разы больше. Что, взять 50 шулетих? Или... До 5 красных звезд и выше. Давай возьмем гарантированные. А, вось повезет на кого-нибудь. Да. Не повезло. Ну, бывает такое, что... Такое, ребятушки, бывает. Ну, где там, что, сфера-то, а? А, на осколке. Давай. Понятно. Моралес. Здесь давай вот это, наверное, возьмем. Так, один тут. Один вот тут. Так, ну что, здесь вроде бы все. С этим разобрались. Сейчас еще здесь гляну кое-что. Всего 30, но это мало. Но я, ребята, обычно вот этого беру. Этого, либо вот. Ну, можно, кстати, этого попробовать пособирать. Да не то, блин. Канга пособирать на автопобеде. Вот хрен тебе дали, Канга. А вот этого дают почему-то постоянно. Ну ладно, не дали Канга, засранцы. Хрен с вами. Ну
Так, тут 5 ящеров уже корячится скоро. Так, ну что, попробуем еще разок, я не знаю. Дадут мне отхилять? Так, лечение. Сколько у меня там? Блин, мало. Ну, тут пустельгу надо однозначно, ребят. Да, по идее, тут их всех надо. Смогу ли я без вот этих обойтись? Взяв Таноса и Королевского Стража. Давай так попробуем. Там их 17 осталось персонажей. 17. Я не знаю, там, конечно, какие дальше пойдут после этих. Их же тут не все 17 стоит передо мной. Но я понял, что вот эти вот гаденыши еще... Да посмотри, блин! Я даже ни черта не успел ничего сделать, блин. Они уже все, ребят. Хиляйся, 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 родная. Так. Попробуем таким образом. Это последний, да? Последняя пятерка. Слушай, ну им хана, ребят. Здесь-то мы их разберем. Да иди ты в пень, ниндзя, блин. Твою налево Таноса вальнули. Танос, конечно, слабоват. Давай, Моралес, там, что там? Да уклонялся. Ну что, по-моему, еще, ребята, 4 сферы у нас будет денежные, да? 8 тысяч, ну да, 8 тысяч. 250 тысяч еще монет заработали. Так, а вот следующий, я даже боюсь представить, ребята. Если тут было 2,6, то тут уже 3,73. Почти 4 ляма. Причем дальше идет намного все проще. Дальше идет какая-то такая, знаешь, разгрузка. Блин, кто лучше, Танос или Локи? Я думаю, что Локи, наверное, все-таки. Да, без хила, конечно, тут, блин. Ну, жестко, ребят. Жестко без хиллера. Минерва, она хоть хиляет, но он такой... Пока она там... Во-первых, она сама по себе ватная. Ее нужно постоянно прикрывать. У нас нету... нету провокатора, который бы мог на себя взять весь урон. Что тут у нас? Ё-моё, два провокатора сразу вижу. Стервятник. Ну, ей почти крышка, ребят. Я про Минерву. Они сразу на нее сиганули. Они ее сейчас завалят, да и все, блин. Твой отхил не поможет, блин. Минерва, к сожалению. Ей даже не дают. Снижает скорость на 50%. Вот и все, вот и нет Минервы, блин.
Они и Гамору-то разобрали, считай, блин. Пипец. Все. Нет, тут что-то, ребята, уж чересчур. Блин, тут еще этот фейермен. Все. Все, ребят, разобрали меня, к сожалению, тут. Без вариков. А проблема только лишь в одном. Забрали медика и все. Ну ладно, хотя бы двух бойцов завалил. Не зря хоть дрался, бился здесь. Давай хоть этого муравья еще попробуем. Вот, муравьишку завалили. Ядрен матрен, а. Стервятника, давай уберем отсюда. Ну все, у меня нет ни защиты, ничего, ребят. Все, хана. Но тем не менее, ребята, четырех бойцов я ему снял. Что считаю даже очень неплохо. Ну, нормально, ребят. Все-таки столько прошел, блин, ну. Уровни, смотри, какие, видишь. Это еще стрэнджи не появлялись. Еще стрэнджи эти появятся, блин, докторы. И сколько тут, кстати, у нас осталось, если посмотреть? Да иди ты в пень. Тут немного, ребят, осталось. И будет у меня темное измерение 3 пройдены. А тут что у нас? Попробовать что-то сюда сигануть. Лям 26, но я думаю, в принципе, ребята, можно справиться. Она и нужна, блин, и мешается, блин, это не нерва. Ладно, давай попробуем. Я, кстати, не посмотрел, что там за награды-то у нас. Лям 74, да? Ну, по идее, ребята, должны разобрать их на изи. Так, наемник-лейтенант из этой волны всегда использует свою особую способность. Киллмонджер из этой волны всегда использует свою способность мощную. А какую он там свою способность? Автоматную эту очередь, блин? Если я правильно понимаю. Блин, Минерва такая слабая, ну я больше ее брать не буду. Он ее разбирает, ребят. Смотри сам. Правильно промахнулся, потому что у него слепота висела, блин. Это уже мой косяк, ребят, я не доглядел. Вот этот огненный чмондель тоже, ребят, что-то меня нервирует, если честно. Ну... Так, это еще их 10. Сейчас мы этого выберем. И еще придет команда. Сокол из этой волны всегда исполнит. Да, понятно. Сокол и стервятник. И шокер. То есть они все. Вот этого надо в первую очередь, ребят. Пофиг там всякий сокол, стервятники. Вот, и эту мразь надо уничтожать в первую очередь, ребята. Иначе. Хе-хей. Все, теперь можно вздохнуть спокойно. Потому что у нее, извини меня, идет усиление команды там. Трэш какой-то начинается. Да ладно, Гамор, серьезно. Блокируй способности. Или лечение. Такс, попробуем.
Что-то как-то... Давай, наверное, вот так вот сделаем. И осталось их семеро. Мне нравится этот железный человек. Очень хорошо, ребята, бомбит. Плюс он кровотечение постоянно вешает на врагов. То, что нужно. Мне иногда хотелось даже, знаешь, если бы у меня был бы тот бы железный человек зомби прокачан бы, команду железных человеков сделать. Слушай, прикольно, прошли. Крыса там бегает по задворкам. О, 10 тысяч. Слушай, ну мы, надеюсь, по деньжатка-то чуть-чуть поднимемся, хоть капельку, а то долговая яма это как-то бесит. И сразу же, ребята, и сразу же 3,5 ляма. Да куда тут нафиг? Да, кипяточек, я бы так сказал. Ну вот с этими можно подраться еще. Почему я не вижу награды? Я вижу только врагов. Ну-ка. Ой, так тут вообще... Ой, ребята, тут вообще шоколад. Тут прям, блин, самый топ, что я люблю. Но в чем-то тут подвох, да? А в чем подвох-то? А где награда? Награда-то почему-то я не видел. Просто так без наград, что ли, идти? Тут я в тобой, ребят. Ой, 25 противников. Все равно должен пройти, по идее. Ой, все, усиление сделали. Сейчас начнется. У нее иммунитет. Вот все, что она делает, это, блин, прекрасно просто. Сразу, просто отряд сдуло, ребят. Тут вообще на изи разбираем. Так, это сколько уже? Уже половину, ребята, сняли. Из 25 их осталось 11. Но только вот непонятно, неужели действительно никаких наград не дают в конце? Сейчас посмотрим. Первая рука Фьюри Мария Хилда 5-го ранга. Ну все, это последняя тройка. Сейчас ее разворотим. Это был тяжелый бой. Так. Че, серьезно, без наград? Триста 10 эльтронов. Ну, судя по тому, ребята, сколько здесь. 1,58. Они будут проходить вообще. И нигде наград нету. То есть за 100% прохождение я получу 310, короче, кальтрона. Ну и 18 случайных предметов. И 3960 случайных предметов. Да я вот думаю, стоит ли мне сейчас при вас проходить. Может, блин, тут еще, видишь, прошло времени. Тут еще за время, ребята. Да подожди, мне такое ощущение, что я проходил это, блин. Что это вообще за это? Подожди, это темное измерение 1? Подожди, что-то я не врубаюсь, нифига. Два.
20 лямов. Ну, здесь тоже не потяну. Тут надо хотя бы, чтобы у меня были персонажи уже 200 уровня. Так, подожди, это я что-то, ребята, открыл то, что уже... Открыл то, что уже проходил. Ну да. Это проходил. Я нафиг я его тогда... Это мне нафиг не нужно, ребят. Это полная чушь. Вот у меня основное остались. Остались, блин. Слушай, ну давай посмотрим. Но опять же. Опять же, друзья мои, не дают мне лекаря. Без медика, фиг ли там делать-то? Что-то они Минерву мне дали, что? Ее выносят, ты же видел, как ее выносят. Вообще с полтыка. Потому что провокатора нет, они все на нее прыгают. Да понятно, Стрэндж, Эльза, все начинают свои суперспособности, да? И этот еще гад провокацию взял. Зашибись, а почему у меня нет способности? Все, все, ребята, вы видели прекрасно. Стерву Минерву ее просто сдуло. Блин, ну что, кого там? Понятно. Эту сейчас уничтожат. Эльзу Блэдстоун уничтожили, да? Стрэнджа надо валить, ребят. Он постоянно будет использовать свою суперспособность. А с другой стороны, этот тоже гаденыш, блин, бесявый. Я знаю, что уже все, ей крышка, ребят. Тридцать два персонажа, блин. Тридцать два персонажа, охренеть. Ну, уже 28, конечно. Хэлла. Понятно, свою мощную способность. Мистерио, блин. Молодцы, красавцы, блин. Это уклонение, да? Блокирует атаку, тогда... Сюда ее потратим. Выжила же стерва, а? Хэлла, ты достала, блин, а, тварь, блин. И у нее постоянно это отражение стоит, блин. Че, Жарабас еще взял на себя, блин, провокацию? Блин, у нее так и стоит, ребята. Да. Ну, это, я считаю, несправедливо. Во-первых, медика не дали, это раз. А во-вторых, они своими супермощными атаками сразу. Причем не имеет значения. Вон, у меня замедление такое, что я фиг, когда из него выйду. Висит. Да бейте в эту Хэллу, блин, а. Этих гравитонов сколько здесь навысылали, блин. Пузыря валить надо. Блин, сейчас у меня этот погибнет.
Все, у него нету больше защиты от смерти. Тут запрет на лечение, соответственно, стоит. Пузырь, ты сдохнешь или нет? Твою налево, блин. Ну все, 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 разопинали. Все, ребят, как блокировка лечения делается. И плюс кровотечение. Тут уже бесполезняк вообще что-нибудь делать. Плюс этот еще блокирует способности, блин. Фаермен вшивый. Жабы эти достали. Твою налево, блин. Просто не дают ничего сделать. Вот не дают и все. Давай этого. Так он сейчас двоих, блин, вызовет. Давай эту жабу. Но, тем не менее, друзья мои, тем не менее, считаю, 17 противников, ну, как бы сказать, останется. То это, считаю, неплохо результат, тем более пустельга тут нормально так отжигает. Одна, сейчас, конечно, команда приплется. Гравитоны, свою мощную атаку, пира, ну, в общем, все свои мощные атаки собираются делать. Вот так вот. Конечно, куда уж там, ёпта. Разрушение. Сейчас. Но тут уже какой-то уровень у них серьезный, потому что блокируют по полной программе. Ослабление вешают, кровотечение, да, все подряд. Я еще раз повторяю, ребята, была бы у меня здесь спасительница бы. Ну, полностью команда. Ну, не полностью, а вот команда моих этих, как она там, Пегаса. Этих бы щенков бы здесь бы не было. За минуту бы нахрен разнес бы их. Идиотов, блин. Они ничего не дают, это Минерва, это вообще какой-то дрищ, просто дрищ. Просто, ребята, дрищ дрищевский. Ее выносят. Но вот это мне больше всего нравится. 527. Куда там, ё-моё. А когда ты проходишь, ты получаешь кого? Скрула? Блин, я просто, ребята, в шоке. Там 600-700, это жесть. А тут Дарманму получаешь, наверное, да? Не знаю я. Вот получаешь. Ну, я считаю, нормально повоевали. Главное, что денежек заработал. Уж не знаю, сколько там денежек заработали, но... Почти 2 лям, ребят. Ну, хоть с колен чуть-чуть поднялся. Чуть-чуть. Самую малость. Сколько там? Давай еще. Не, я просто хочу 500, ребят, и там прикупить. Осколки. 515, нормально, хватает. Эх, 515. Давай сюда.
Кого там будем брать-то? Я даже не знаю, кого. Домино? Давай домино. Так, ну что, друзья мои, наверное, на сегодня я буду уже и закругляться. А вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.